Это самый центр столицы. До Attic Space буквально несколько метров. Теперь мы ждем Ваню для того, чтобы продолжить наш видеогид. Ну вот, друзья, мы находимся у той самой двери напротив прекрасного парка, где находится наше пространство Attic Space на самом высоком этаже. Нужно нажать вот на эту кнопочку для того, чтобы войти вовнутрь. О, вот и Ваня. Да, вот и Ваня. Обалденное место. Это здание было построено в начале прошлого века. И весь этот антураж навеял на нас идею провести Новый год в стиле первой половины 20-го столетия. Именно в это время ведическая культура стала проникать на Запад. Женщины стали носить тюрбаны, павлинье перья. И тема свободы начала проявляться во всех отраслях искусства. И в нашу новогоднюю ночь... В семейной уютной атмосфере мы с вами коснемся всего самого лучшего, что в это время произошло во всех традициях западных, восточных. Мы объединим все это в один прекрасный новогодний праздник. Именно в начале прошлого века был не только технический подъем, но был очень большой виток в искусстве. Появились поэты Серебряного века, модернистские направления в изобразительном искусстве. Появились новые танцы, которые были очень странные на тот момент. И все это, и самое лучшее из этого мы хотим воплотить в новогоднюю ночь.